Что касается национальной идеи сегодняшнего дня, то долго искать, глубоко копать вообще-то не нужно. Потому что мы так далеко, к примеру, от времени, когда Россия была великой империей в царские времена, и там все зиждилось на фундаменте традиций. В совсем недалеком прошлом, прошлого столетия, были такие мощные традиции социалистические и коммунистические, которые мы вначале отвергли за ненадобностью. Теперь, как говорят, новые, хорошо забытые старые. Так хорошо забыли то, чем жила Великая империя России, чем жила Великая империя Советский Союз, то искать нужно в том направлении, потому что за столетия умные люди не с потолка, а методом проб и ошибок они вырабатывали такую и идеологию, которая может пригодиться, например, идеологию человеколюбия и так далее, что тратить время на поиск национальной идеи в 21 веке жалко.